Друзья, всем привет! У нас завтрак. Время 12 час, а мы только завтракать садимся. Настя уже работает. Мы тут сварганили типа омлета. Ну, что-то он у нас плохо так поднялся. Короче, весь это... Ну, такой, короче, яичница у нас. Огурчик свеженький, вкусненький. Еще осталась печенка трески. Все, мы сейчас будем кушать. Настя сделала мне какао. Себе она сделала чай. Всем приятного аппетита, кто за столом. Настя, тебе тоже приятного аппетита. Тебе тоже. Спасибо. Эй, друзья, смотрите, какая у нас весна прекрасная. Еще такое ветрище. Ветрище просто. С утра солнце было. Гуляли с Лизой. Ой, тут уже все мокро у нас. Гуляли с Лизой. Такая замечательная погода. Ну, правда, ветер был, но он теплый. А тут на тебе. Снег, да еще такой крупный. Ай. Снова эти белые мухи. И мы вчера с Олегом разговаривали, у них тоже снег шел. А так было тепло у них. Ну, как тепло? Ну, как на севере может быть тепло? Не минус 30. Ну, там минус 5, минус 10, вот так вот. Солнечно. Лизок? Лизок? Ты дышишь, что ли, да? Мы сегодня с утра помылись. Она теперь чистенькая, красивенькая такая вся. Вот прям такая вот вообще. И духами... размазала тут. А, ну, убрать надо. И духами мы побрызгались, да. И потом она обиделась и пошла в туалет. К унитазу. Жаловаться. Да. Вот так вот. Но ничего, ничего. Что он сейчас? Он же не будет лежать, он сразу встает. Он сразу встает. И тем более плюсовая температура у нас. Ну, по крайней мере, с утра было плюс один. Сейчас не знаю. Друзья, мы решили приготовить сегодня пиццу. Пиццу из того, что есть у нас в холодильнике. А в холодильнике у нас есть колбаса была. Колбаса, огурцы. Добавила красный острый перчик, лучок, зелень. Сейчас Настя вот маслины дорежет. Тоже сюда пойдет. Это все дело. Три помидорчика было. Так, и что? Тесто. Тесто у меня заморожено. Готовила, месила мама. Отдавала нам. Оно у нас разморозилось. Вот так вот оно выглядит. Я не знаю, как его чего-то сделать. Ну, это. Я его катать не буду. Прямо так, наверное, выложу. И распределю. Здесь у меня получится. Тесто слоеное я не покупала, потому что не было. А Ристорию я не стала брать. Какая-то странная, я ее жизнь. Странная. Она какая-то совсем мягкая. Ну, да, естественно, странная. Если она странная. Какая-то там маслина Насте попала странная. Подожди, запихайте. Так, все. Ну что, начнем творить чудеса. Вы с нами? Вы с нами? Надо же маслом смазать. Я как первый раз. Ну что, давай. Да. А это что, куда? Сюда? Ну, сюда? Да. Все, перемешай. Блин. Руки у меня чистые, я их мыла. Я сегодня уже их 250 раз помыла. Настя, знаешь что? Помоги мне, пожалуйста. Вот эту вот штуку силиконовую под противень положи, а то он тудым-сюдым. Тудым-сюдым. Так, вот это дело надо вот так вот раз-раз. Главное, чтобы волосы не попало, потому что я лохматая. Тесто должно быть вкусное, потому что у мамы тесто всегда вкусное. Я тесто не замешиваю, потому что я не люблю это дело делать. Ну, я умею тесто замешивать, но как-то вот не мое это. Вот возиться, вымешивать его, ну, что-то не люблю. Поэтому для меня проще купить слоеное тесто и сделать пиццу. Вот. Либо вот у мамы делать.
Смотрите, какой салат вкусный получился. Очень вкусный. С луком. Только мне кажется, начинки у нас будут. Дофига, да? Ну, это как обычно. Вроде там ничего такого нету. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть. Огурчиков поменьше положила, потому что там у нас была открытая баночка. Не стала больше открывать. Что у нас как-то это... Мы с Настей редко едим. Ну, мало едим. У нас постоянно все остается в холодильнике. А, сегодня знаете что? То есть вчера достала из морозилки филе куриное. Ну, вчера уже вечером доставала, прям перед сном, без очков. Ну, что-то шарилась в морозилке, нашарила. Прочитала филе. Ну, думаю, ну, наверное, филе грудки. Филе груд. Ну, достала, думаю, Настя вчера хотела там, чтобы их кто-то приготовил филе, пожарил, ну, типа отбивных. Ну, я думаю, ну, ладно, сделаю доброе дело, накормлю ребенка наконец-то. Ну, достала, все, сегодня с утра-то проснулась, смотрю, блин, там филе, ну, бедра, филе бедра индейки, говорю, это курица. Ну, думаю, ладно, потушу картошку. Не буду там делать, там что хотела. Ну и что? Вы думаете? Подложка-то протухшая. Я ее открыла, а там в мусорку она полетела. И все. И ребенок опять остался голодным у меня. Вообще я в шоке. Я раньше всегда, когда покупала там что-то, ну, куриные там вот эти запчасти, курицу, я всегда подложку, ну, вот эту целлофанку скрывала немножечко, всегда нюхала, потому что уже был такой опыт, что, ну, тухлая продукция, там, ну, неправильный срок, в смысле, неправильное хранение, там, срок вроде нормальный, но в магазинах же мы все прекрасно знаем, что можно и переклеить срок, да? Вот, всегда нюхала, а тут вот что-то, я не знаю. Да, сейчас, подождите, я руки помою, а то не слышно будет. А этот базилик? Базилик я сюда сразу кину. Я решила так. Это размажь. И вот. Чё? Кто там? И я не знаю, то ли это я подложку такую купила, не нюхала. То ли, может быть, мама давала. Не знаю вообще, кто покупал. Вот. Ну а в последнее время я что-то перестала нюхать. Как там, что-то я в магазине тоже нюхала. Что-то тебя спросили что-то? И типа, ну там, кто раскладывает товар, типа вот, взяли типа привычку нюхать. Ну что-то как-то мне так неудобно стало. Ну ладно, не буду. Да, они взяли привычку переклеивать, так что что-то тебе неудобно. Ну вот. Ну короче, тухлая подложка, блин, там целый килограмм филе бедра. Это же вкусненько так, да? Целый килограмм. Да, целый килограмм. А филе вот это вот, ну, обрезное, без костей, оно уже, ну, не дешевое. Жалко, конечно. Ну, ладно. Что теперь? Посидим опять голодные. Настя посидит голодная. Ну, ничего не приготовим. Мы сейчас вот пиццу выиграем. Края же надо, да. Знаешь? Края же надо, да. Да. Что там? Что там? Повернулось-то. Ну, вот так. Все? Хватит, да? Края тоже помажь. Хорошо. Прям хорошо. Вот, молодец. Смотрите, какая. Золото прям, да? Да. Снег уже закончился, зима закончилась. Снова весна у нас на дворе. Только пасмурно. Плохо. Я думаю, уже надо, наверное, нам убирать зимние пуховики. Так тепленько уже. Лужа. Да, мне в моей куртке вообще очень тепло. Вот мы ходили в космопорт. И это... Ну, жарко. Во-первых, там, в той стороне, потеплее, чем у нас. Ну, у нас как-то, наверное, лес и больше снега, и от снега все равно прохладнее. Вот, а там как-то все равно дома, транспорт, снег быстрее тает. Теплотрассы. А, еще это...
Что-то я курточку смотрела тоже в космопорте. Где? Ну, куда мы заходили, там я и смотрела. Ты-то одно смотрела, а я другое смотрела. Ой, цены такие, блин. Просто какая-то обычная куртяшка, 5000 стоит. Вообще. Ну, в которую сейчас вот ходить, такая тоненькая. Ну, не сильно толстая. Вот, а что-то я как-то думаю, блин, так что-то хочется, да? Весна же, что-то хочется, обновление. Да. Вот и кроссовки хочу белые. Прям вот хочу и все. Блин, у меня нет белых кроссовок. Я тоже хочу. Нет, кстати, тебе мы можем Адидасы заказать, если хочешь. Но опять же, я ж не знаю, как моя нога-то поведет. Так померим, если что-то дадим. У меня же проблема вот с ногой. А у тебя там точно Адидас закрыли? Ну, не у тебя, в смысле. Ну, ты поняла. Да, у меня там. У меня там Адидас закрыли. Поняла. Я даже не знаю, где там Адидас. Надо сходить, я тебе скажу. Ну, что, мы половину отделов закрытыми. Вот. Ну, там еще у нас только дофигала. Ну, что ты вот, Настя, смотри, как надо. Хоп-хоп. Раз-раз-раз. Вот так примяло-примяло. Я вот сейчас все это вот так вот сделаю. Девочки, мальчики. Все вот так. Раз, раз, раз. А что, оставлять, что ли? Ну, коли уж нарезали, надо все это использовать. Правильно? Правильно. Значит, так, а что будем готовить? Ты мне что-то говорила, я же забыла. Картошку можно, пюрешку. А, картошку, пюрешку. Надо посмотреть. Картошка у нас есть. У меня мама сейчас спрашивает, есть картошка? Есть картошка. Я не знаю, если честно, есть ли. Надо посмотреть. Мы картошку редко едим. Мы вообще редко едим. И готовим мы редко. Что нам с Настей говорят? Вот. Сейчас я это все чики-чики вот так-то разложу. Прям такая красота получается. А сыр? Ну, сыр-то сверху. Ты чего? Это золотой сыр, который мы утром ели. Да ладно? Такой порежем. Вот, давай понастругаем. Ой, я вчера наелась этой рыбы, этого карася. Полночи пить вставала. Я как рыбу поем, ну что это такое рыбное, все. Я, во-первых, сегодня опухшая проснулась, потому что пила много. Ну, и рыба всегда опухшая просыпается. Ну, наверное, каждый, да, посыпается, что я соленую, ну, соль же, жидкость задерживается. Ну и вообще рыба. Так, все. Сейчас мы это дело чпок-чпок-чпок, красоту вот такую вот. Раз-раз-раз, на помидорку, майонезик, вреденький, но вкусненький, да? Вкусненький? Да. Блин, а еще, знаете, нам нужен этот покупать, менять. Я сейчас попила. Фильтр для воды. Он сейчас такой дорогущий. Так, все, друзья, смотрите, красота, да? Очень. Все, мы сейчас это в духовку отправляем. До готовности. Сколько готовится будет, я не знаю. Это тут. Все. А что посуда у нас стоит? Ну так ты же снимаешь. Слышно. Все, девочки, мальчики, ждем. Ждем вкусняшку, потом покажем. Девочки, мальчики, смотрите, у нас что, какой-то ужас тут творится. Давай откроем окно. Угу, Настя кричит. Настя кричит такая: мама, на улице что-то ужасное происходит. А я слышу, что какой-то ветер прям так завыл. Так, мне не видать. Блин, ну камера не передает. А что это? Там женщина еле-еле убежала с коляской. Да? Ну, да, здесь порывистый такой ветер, похоже, да? Да, да. Но не видно, камера не передает. Это там ужас. Там тоже ужас. Вон, видите, наверху что? Эй-эй-эй. Ой, Лиза, о, снег.
Нас сейчас заметет. Лиза, тебя сейчас заметет. Лиза, все с ней было. Ну, короче, вот такая весна у нас. Снова зима. Ой, я вам говорила, что зима закончилась. Я вам... Я вас обманула. Ну, что, ну вот, короче, так вот. И сразу так потемнело, ну. Ну, так я и говорю. Я сижу, понимаю, что темнеет. Ага. А потом, ну, смотрю в окно, смотрю, и опа, и тут началось-то. Ну, что, блин. Да уж. Ладно, друзья, хрен с ним. С этим снегом, с этой погодой. Смотрите, какая пицца. Она уже готова. Настя, пошли кушать. Правда, не поднялось? Но ничего, оно вкусненькое. А варежка хорошая оказалась. Правда, я уже маслом ее испачкала. Ну, не это. Не жгет руки нормально. В общем, что? Сейчас будем кушать пиццу и чай пить. Блин, прошло, знаете сколько? 2 минуты. Вот реально 2 минуты прошло, пока я сходила на кухню, показала вам пиццу, снова пришла сюда и уже все в снегу. А мы что выглянули? Здесь такой грохот был, это, наверное, это, ну, он снег чистит, не знаю, грохочет или что. Или, может, что-то упало на стройке, вообще непонятно. Ой. Вот. Больше всех надо в окно посмотреть. Лизе, да. Вот все в окно смотрят, и ей надо. С такого окна грязное. Ну ничего, нормально. Это нормальное грязное окно. Будет тепло, будет чисто. Все, ладно. Зима как зима. Закрываем окно. Пошли. Я что включила? Хотела вам сказать. Рассказать. Сегодня у меня весь день нос чешется. Чего чешется, вообще непонятно. У меня, кстати, часто чешется. У меня, наверное, аллергия на что-то. Непонятно на что. Настя кино смотрит. Настя, что ты смотришь? Сериал какой-то. Какой? Про вампиров, про оборотней. Ой, про всякую ерунду она смотрит. Сериал там, вампиры, ведьмы какие-то, оборотни. Я такую не смотрю. Засахарился. Сироп, посмотрите, сколько осталось. Пьем, хлебаем. Что у нас тут с конфетками? Так, все вкусные, главное, съели, да, конфеты? Что хотела сказать? Сегодня, оказывается, у нас был гром. Гром? Да, гром. Гром, молния. Когда вот у нас вот эта вот канитель-то снежная пошла, блин, мы же это, ну, услышали, что что-то там грохочет, ну, блин, ну, похоже было на гром, но я не думала, что это гром, ну, какой гром может быть зимой, да, в марте месяце, да ну нафиг, наверное, что-то на стройке упало, или вон там ковшом чистили снег, вот. И молния была. Ну, я думаю, это просто показалось. Потом Настя говорит, мне тоже как будто бы показалось, что там что-то сверкнуло. Думаю, ну, не может жить нам вдвоем показаться. Что, мы совсем уже, что ли, ку-ку? Я это зашла в новости самарские, прочитала. Да, действительно, это был гром и молния. Вот. Короче, такие чудеса. Природа. Природа. Так, не, не хочу такую конфетку. Сейчас, подождите. Вот конфеты. Сейчас как натрескаюсь. Ну все, пусть Настя ест. Я буду мазать. Еще что-нибудь. Не вкусненько. Что-то хочу вкусненько. Вот так вот. Такое явление. Кстати, это явление редкое. Ну, как там пишут в новостях, типа, это редкое явление такое. Вот. Ну, по крайней мере, у нас тут, в нашем городе. Ну, вот где совсем тепло, там, наверное, уже дожди, гром. Такие вот дела.
Вот, а еще хотела вам сказать, что у нас, ну, мы на Дзен жить выкладываем свои видео. И что-то мы тут решили. Вот когда вы будете видео смотреть, ну, если кто-то перешел с Ютуба на Дзен к нам, ну, смотрит, то увидишь, что у нас там что-то какой-то беспорядок творится. Мы сначала, как я сначала закачала последние что-то 5 видео, что ли, которые у нас были. Они у меня просто были сохранены у меня в телефоне. Я их не удаляла, вот, и их закинула просто, ну, попробовать. Тут что-то мне сегодня такая мысля пришла в голову, думаю, а, ну, может быть, вообще старые видео еще загрузить туда? Ну, не прям совсем там старые-старые, да, самые первые, ну, какие-то. Ну, Настя говорит, давай выборочно вот. Ну, вот попробуем, может быть. Ну, Настя уже там качается с Ютуба, с этого, с компьютера. Вот, ну, может быть... Качнет. Не знаю, что, какое качество будет. Может, похуже, может такое же. Вообще неизвестно. Ой, ну там такой лес в этом Дзене. Вообще дремучий. Мы что-то с Настей, ну, методом тыка. Тыкаем, что-то там натыкали, поняли, что-то тут не поняли. Вообще. У нас там... Настя, сколько у нас там подписчиков уже? 14 подписчиков у нас. И что самое интересное, мы не видим, кто подписан. Ну, то есть подписчики, ну, как там в Дзене не показывают. Нельзя посмотреть, кто именно к нам подписался, на нас. Вообще неудобно. Вообще. И мы не знаем, кто вообще подписался. Ну, может быть, кто-то с Ютуба перешел, да, туда подписался. Может, какие-то, ну, новые люди. Не знаю. Ну, если... Не сложно, вы там напишите. Может, это вы кто-то, ну, как-то отзовитесь. Дайте знать, кто вы. Ну, спасибо большое, что, ну, кто-то подписывается, смотрите нас. Ну, вообще, спасибо. Мы, конечно, еще не знаем, как у нас там все будет это развиваться. Ну, так же, как и на Ютубе. Ну, будем выкладывать. Пока и туда. Вот. Ну, сейчас там чуть-чуть кишмиш будет такой. Не знаю вообще как. Ну, вникаю. В общем. Ну что, я вот Марс тут уже раскрыла. Надо его поесть. Время уже 9 часов. Да, 9 часов. Я уже голову помыла. Сейчас вот видео демонтирую. И все. И спать завтра на работу. Ну, в общем, такие дела. Ну, на сегодня все, наверное. Всем спасибо. Всем пока-пока.